Еще свежи в памяти голы Исмаила Исы, ворота лондонского Тоттенхэма, российского Анжи, норвежского Тромсо. За полтора года выступления в Шерифе Иса стал лучшим бомбардиром команды в Еврокубках за всю историю клуба. И вот-вот как Исмаил может дебютировать за национальную сборную Болгарии в товарищеском матче против Румынии. Появится ли Иса в стартовом составе или выйдет на замену, пока неизвестно. Однако доверие главного тренера сборной Ивайла Петева и его вызов в национальную команду Болгарии, несомненно, является новой ступенью в карьере нашего игрока. Я счастливый, меня вызвали в сборную, я чувствую себя очень хорошо здесь. Это для меня очень важно. Первый раз, и надо дать 100% от себя, надо играть на 100%. Завтра у вас игра с Румынией, будете побеждать? 100%. Надо выиграть. Я думаю, выиграем завтра. Я знаю всех игроков из Болгарии. Очень качественные. Я думаю, завтра будут хорошие игры для нас. Хотелось бы верить, что впереди Исмаила Ису ждут победы не только в нашем клубе, но и в сборной Болгарии. Шанс начать свой путь в сборной 25-летний болгарский футболист Шерифа может уже совсем скоро. Завтра сборные Румынии и Болгарии будут выявлять победителя на арене, которая находится за моей спиной. Надеемся, что газон стадиона Мардара пробует и Исмаил Иса. Матч Болгария-Румыния состоится 7 февраля в 19:00. Нам же остается только болеть за Исмаила и ждать его новых голов. Владимир Хорошилов и Андрей Пасниченко. Футбольный клуб «Шериф».